Всем привет, продолжаем смотреть картины из музея изобразительных искусств Будапешта. Явление Девы Марии Святого Бернанду Сиенс. Джаламо ди Бенвенту. Это Сиенс, художник. Дерево 33 на 44 сантиметра. Характерная фигура, популярная в Сиене в эпоху Кватроченто Святого Бернарда, старца с изможденным лицом, начиная с середины 15 века, еще до того, как Бернард был причислен к лику святых, часто появляется в тосканской живописи. После него, как и на рассматриваемой картине, чаще всего можно видеть монограмму имени Иисуса, поскольку Бернард проповедовал именно почитание Иисуса. Характер пейзажа на картине настолько отличается от обычного для картин сиенских мастеров, дающего взгляду возможность заглянуть вдаль, изобилующую пологими холмами и вьющимися вокруг них дорогами. Эта небольшая, превосходно исполненная картина происходит из Сиены и по сей день считается в музее Будапешта изобразитель искусств умбрийским произведением. Вот такая картина «Явление Девы Марии Святого Бернарда Сиенскому», автор Джираламо ди Бенвенуто. Текст по книге «Тосканская живопись эпохи раннего возрождения», издательство «Корвина». Сегодня мы смотрели на эту картину. Красивая, интересная картина. Пока-пока, до свидания.